На дне он. Посмотри, сколько. Жома, я сварю компот на яблочно-грушевом соке. А то, что отжалось, примерно 1,5 литра. Вот такое количество кориандра, соли по вкусу, сахара и других компонентов, которые тут умалчиваются. Еще здесь мускатный орех, корица и чеснок. Будет добавлено чеснок тоже по вкусу. Сахару примерно 150 грамм сначала, а потом в конце остальное. После закипания 20 минут должно покипеть, и после этого уже разливается по банкам.